О важности сохранения и защиты религиозных меньшинств в Ираке говорили в Ватикане папа Римский Франциск и иракский премьер Хейдар Аль-Абади. Согласно официальному заявлению, переговоры прошли в сердечной обстановке. В знак добрых отношений понтифик подарил иракскому премьеру одну из своих книг. Очевидно, что ключевыми темами встречи были религиозная терпимость и положение христиан в Ираке. Не так давно их там было почти 1,5 миллиона. Сейчас насчитывается около 275 тысяч. Приверженцы западной религии жалуются, что в последнее время стали приоритетной целью для многочисленных преступников, даже не религиозных экстремистов, а обычных уголовных банд, которые грабят молельные места, дома и магазины христиан. Причем это происходит или при попустительстве полиции, или под прикрытием со стороны коррумпированных стражей порядка. Вдали от столицы ситуация еще тяжелее, особенно в северных районах, подконтрольных боевикам группировки «Исламское государство». Летом позапрошлого года более 120 тысяч христиан вынуждены были бежать из Мосула и его окрестностей.